Это деревня Болтино. Мобильный пункт вакцинации начал работать здесь рано утром и практически сразу привлек внимание первых пациентов. Андрей Корж узнал о работе пункта на сайте администрации. Решил не упускать возможность сделать прививку. Вся процедура вместе с осмотром терапевта заняла не более 15 минут. Говорят, что это очень правильно, очень обязательно надо сделать. Во-вторых, очень удобно рядом с домом. Вот у меня руководитель на работе переболел в тяжелой форме, пришел после болезни, сказал делать всем обязательно. Лучше уколоться, чем лежать в госпитале. За вторым компонентом вакцины пациентам ехать в город не придется. Через 3 недели мобильный пункт снова вернется в Болтино. Люди нам доверяют, люди верят нам. Вот, и, естественно, возвращаются через 21 день к нам для повторной вакцинации, вот, для введения второго компонента вакцины «Спутник Ви». Они об этом знают, мы об этом их предупреждаем. Это обозначается в документе, который мы даем им на руки. Жители всех населенных пунктов могут пригласить выездную бригаду в свое село при условии участия в вакцинации не менее 20 человек. По вопросам организации выездной вакцинации можно обратиться в администрацию по телефону, указанному на экране. Сейчас в округе уже привито более 30 тысяч человек. Напомним, вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Алла Сталаева, Андрей Латынцев, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.